Шламалохон Парджанан Могабе. Бдрайван Шламалохон Мандитат Краснодар Батхатруся. У Мандибада Патхагиана Атурая Мадра Битайван Бихурзабия. Адия Бдани Юманат Кат Чулан Ивах Джубетфата. Кат Ивах Тиве Улех Плата Бидаха Марат Кат Иледжо Чула Тивил Кат Аджун Хаптиила Ал Чула Алма. Бытлаба вахманохун, ана манди бджани, у манди бчуле, дапет хагиана атурая, манди бчуле хадамет, хагиана атурая, бытлаба ван манохун, кушун жубет фатохун, лапотун, кат ахаджун ха авар, авитун психу саламат. У адия бюрхат интернет леса гдитун жубет фатхат, маджат хаманун маситун, хазитун лун, бет эткет, эт приша атравата, эт приша мдината, катуса маситун, Патхитун мдитет Москва хазитун ле, бет эткет Москва хазитун лун, ян Санкт-Петербург, эчем шапертам дитет тивил. Мани мнохун леле бдая лехаладия леле липо аллабит, атлохун дана лепитун ле, атлохун дана малпитун лун, ка ялохун. Пушун жубет фатохун у хамунован, ани юмане лехави маскадана кадиохун. У адия катла маскадах упахнан катохун. Мухаблан одах хурза буд уманута, буд умана мнаха, умана Ашот Исаков, атурает атрат Армения, кат адия муньехле и на тпактабет одахла амбруну, мякра Исаак, мякра арай Исаков, у афбетхака буд бабе, Адия Дарьян Шлама Алмекра Арай Умбархада Азахла Камаджудаха Хурзан. Парджанан Мухабла Харабанан Кетла Матхара Нохун Кат Ахат Пактабет Одах Лаблишана Урусная, Бальчатарамная, Сабаб Илтат Пашам Тамекра Арай Лишана Диан Лелебдая, Уана Бетарджимана Ал Лишана Атурая. Арай, мы тебя приветствуем в нашей программе от всех членов веб-сайта Хагиана Атурая. Я приветствую тебя и рада, что сегодня наша встреча наконец-то состоялась. И прошу, можешь тоже поздороваться со всеми нашими зрителями, слушателями, представиться. И дальше уже разговор пойдет о твоем отце. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Я очень рад, что имею сегодня возможность представить о большом, великом художнике, о Исаакове Ашота, моему отца. Я его сын, Исааков Арай, родился в 1983 года, родился в Ереване. Шлам алохун парджанан мугыбы, шлам алохун чула атурая, раба бгдайвен кат удзу ивы намохун, кат ахат пактатилал итута, буд баби, умана, ашот исаков, анашами илы арай, бирьевен шитетал поча мутманы тла, джом дитет Ереван. Хочу вам рассказать про жизнь Исаакова Ашота, как он жил, как он вырос, как он стал художником. Ана адия магубован хагна катохун хайют баби, мнаха умана Ашот Исааков, у адия талбах ман мякра Фредрик, у лахарабанан кетла матхаран кат хурзан битайл ал итута бимасайют мякра Фредрик Думан, адия талбах ман мякра Фредрик, магзила катан видео, араба тектла талбах пахалта ан хазитун кат видео хача квалити олела спай. У бдедана хам хазах ле мнаха умана, хам мякра арай бдхаки ле хаюту. Сейчас Фредрик Думан нам покажет, включит видео, и можно начать рассказ об художнике. Исааков Ашот родился 1954 года, родился в Армении, в Ереване. Исааков Ашот пишет бирье шитет альпо джамо хамши арпа джам дитет Ереван. В 11 лет художник получил электрическим током, как бы поднялся на высоковольтный столб и дотронулся до электрического тока и получил поражение электрическим током.
Эданат умру ива хатасаршина, сура яла сура, биладетха сикл алстуйнат бирка, идат кырл алдани вайрат бирка, у идат у пишена киды, у мдедана тэрве идат у пишена кодзия, пишена сакат, мэн хатасаршина. После поражения электрическим током ампутировали оба руки. Правую руку с локтя, левую руку с плеча. В больнице уже ампутировали те части тела, те части рук, которые уже 99% сгорели. Ахчиха иду пештеле ктыта хэл курсулта. Эхита иду чуле пеште вактуита, у мембархада хар э иду муплихоле, кат ива хал курсулту. Художнику так трудно было ходить в школу. Мать художника Ашота, мать, поставили ему протезы, чтобы он в школу ходил в протезах, писал, читал. Но он с этим не смог никак смириться, и в один день в шестом классе, в седьмом классе он сам сломал свои протезы и отказался носить. После этого он начал самостоятельно жить, не ходить в школу. В 19 лет художник впервые нарисовал портрет знаменитого Саят Нову. И это как бы послужило ему новой жизни, новым смыслом своей жизни. Он открыл себе новый путь. Эданат кат пидату пешлун катья, мнаха Ашот Исаков, кату мутва лэмбдая дахи таньяна бэ инглиш протез марэна блишана турусная, ха ида пластик, у Брышева Мадраша Бакраева, у Бельяпева у Мамбархада, хэл класат шава, хэр адхавилы бакрая, джу мадрештат Ереван, Мамбархада, джану ал джану, чрибли скидли, кат адхалы лели махчули хоравату, лахашла ал мадраса, чоя бен хапава, чоя бескады вараба, ухина лахашла ал мадраса, у умру ива ачасаршинна, о луха камая видле ива шичлит Саят Нова, а ремная музыкора Саят Нова. По своей натуре художник любил уединяться на природе. Он часто ходил в природу, рисовал на природе. Раба Чмагабва Лекиана, одну секунду, Раба Чмагабва Лекиана, Раба Чмагабва Пайшва Ношу, Уад Хаплатова, Джу Туйрана, Джу Дышта, У Би Сахата Пьяшева Ад Хабношу, У Баджирашева Шичли. Ашот нигде не учился, он самостоятельно начал рисовать, он нигде не учился, любил посещать, смотреть, как рисуют в школах, как рисуют, но сам он не сидел на уроках, не учился. Раба чмагыбва, чмагыбвала уманута, чмагыбвала саярута, хэчду чалэлэ кырья, сабэб дэхтылам ива сэкэт, у лэва мсая азэлва карива, у лэва бэльяпа лэтфалэ мэльпэнэ, хэрджану мэнджану итфалэ аха халэт, итфалэ аха хубба, у шурилэ бэльяпа саярута, Ахти Брышева Бачлаева Дыхнат Саяры Эданат Ани Пляхова Бахзаева Ани Мувадена. Ахти Бачлаева Маха Хазяна Ина Джану Ина Катулева Малюпа Хачха Атха Джану Каджану Липлю. А в 37 лет художник впервые открыл выставку в Ереване. И довольно выставка прошла хорошо. Люди увидели в Ашота большой талант.
многие были удивлены на физические способности и на то, что художник мог передавать в картинах, мог он рисовать. Умру и ветлайшавашин, бедгляха камета виладжом, битет Ереван, айт иларыш хэтат атрат Армения, у раба наше уджебова, у мугабева, чулалухат, мнаха Ашот Исаков, у муджебова сабабкат литфала идате терве, идате пишева катья, у дахим саева ахахат хаменди авадвале. У раба-раба мугыбува, у кублува дах профессионал саяра. Несмотря на физические способности художника, Ашот также хорошо умел ездить верхом на коне и хорошо купался. В 36 лет Исааков Ашот спас двоих тонувших человек из озера Севан, тоже в газетах тоже написали про это, интервью люди дали. Ляджа шектат кат литвали идаты, мнаха Ашот раба спай Магубева Суисевата, раба спай Басхаева, раба-раба спай, раба профессионал ива, бдаха джиба, у Джо Армения и Тхадаемте, Пшимет Сейван, Давид Уншимье, Джо Туйранула, Трепар Суповиена Бхнага, Джо Дахаемте, у Мнаха Ашот Пуркеле, Пултайла Менджавмия, Леп Идате, Раба Маджабантала, у Джо Чулес Парзонет Армения, Эдана Чтивева Базе Махагябара, Гат Атхашула Видели. После первой выставки у Исаакова Ашота начались продолжать выставки, поднялась его репутация. У него также произошли выставки в Армении где-то 4-5 раз, в Москве выставка была, в Путапеште была выставка картин, и в 1994 году в Лос-Анджелесе была выставка картин Исаакова Ашота. Мамбар бедгляха камета, дахт пукадл мякрарай, шимет Ашот Исааков пешлыдыя дах саяра, у раба-раба бедгляха вилунджу атрат Армения, у جو مدیتت موسکو و من برهاده شیتت الپو جمو اچی ارپا جو مدیتت لوس انجلس ات اتبرولیالی в لوس انجلس ات министерства Армении, да, наверное, от министерства культуры, как это произошло? Да, кто в это время организовал выставки отца в основном, также он и фильмы снял, два фильма про отца, они понесли выставку в Лос-Анджелес в это время. Несмотря на то, что не было в это время интернета, не было так, чтобы люди могли прочитать, узнать про него только в газетах, только по факту могли видеть. У Исаакова Ашота репутация очень большая была в эти времена. Про него сняли два фильма. Один фильм в данный момент мы смотрим. Второй фильм еще как бы на пленке в архивах Еревана. Я попросил, мне сказали, что через некоторое время тоже дадут. Шимет Исааков Ашот Дахтмерен Пышлыдыя Джотрат Армения, у Вазирютат Уманутат Атра Эдана, Эдана Ивасович Юнион, Ани Бедгляхе Чулы Марьюзева Джо Атрадиян, у Мурьюзова, где в Лос-Анджелес Дахмирен, Шитетель Поджамо, Джи Арпа, у Тама Пешледыя, раба наш Мугабелун Лухе, Пешлун Звина сама зода от Лухе, у три фильма видена будет мнаха Ашот Исааков, Хамене Адия Бхзаювах, у Хамене Иледжев Аршивет Атрат Армения, Арайт Либулы, у Гатумирина Бетьявили, у Ав Бельчатхар Эдана, у Ав Махзахлы, Маслахлы джо веб-сайта Тагиана Атурая, Гатчулы Хази, у Яты Базы Даха, у Мана Бужзода.
Я не а что за ребенок в фильме? Вот мы видим его. Ребенок это мой старший брат. Ахаялек от Бахзаювах ам мнаха ашот джудаха фильм или о Бруно Гура, Арай или Бруно Сура. Ашот был близким духом к Богу. Он верил в Бога, он был как-то привязан к ним. У него в основном в картинах темы были христианские темы. В 1996 году он полностью посвятил себя Богу. То есть начал активно читать Библию и рисовать картины. То, что он читал в Библии, то и рисовал в картине. Ну, там про Иисуса. Мекра арай марилы, кат мембаршит тальпо джамоджи иште, бабу шурилы бакрайо Библия, у раба мгумнева, раба магубва джаришва сурьят, абдва сурьят от гесыра наби Аллаха, у мекра Фредрик адия магзилун кат ханлуха. Про эту картину я хочу рассказать. Это взято из Библии. То есть это тот случай, когда в Библии пишется, когда Иисус Христос сдал дух свой, то есть умер на кресте, в церкви шторы сверху вниз порвались. Юмет ишумшиха пишет Михаил Скипа, перде джав умра пешлун прит, махзуй лелеха мнаха ашот, ту махзую ле ахатура, махзую ле слива, у бхшавен тамо ина чипет кора, у дымме, у антапиата дымме, у мутхазва итфа лехер омен дибяюва махзива ле алдани лух. Ага, бхзаевах алчипы ха иляна. Арай, пожалуйста, пару слов про эту картину. Что он хотел сказать этим одним деревом среди скал, среди камней? У него часто в своих картинах одно дерево стоит, это как бы означает то, что мы в своей жизни всегда в конце остаемся одинокими и ни на кого надеяться не надо, то есть только на нашего Бога должны мы надеяться. В его в основном в картинах одно дерево, это означает мы одни перед Богом. Ха иляна, яни ахнан ивах бношен, чут наша или ношу, аф у Аллаха, у джумараджу самазодаджу лухы махзуева хамаша ха иляна. Иляна или наша у или бношу. Яни наша чут хаджану каджану хаюту марью золы, у чуле менди ваду лиджан, у леб хайарта, у джерла сапер ал хайарят нашихи, у бдени лух махзуева ахатахменту. Это крещение Иисуса Христа в Йордана реке. Ага, и лама модит этом чиха, джо нарет Йордан. Когда с неба Святой Дух во форме голубя спускается на Иисуса Христа. Имен Йонита Баслайла Меншмея, Двеля Бахзайовах Йонита Раба Суртеле. Эту картину нарисовал художник 1982 года, в день рождения моего брата. Ахалуха или Шитетельпо Чамот Мани Тре, виду ли юмет, кат Берьеле Бруне, о Бруна Камая. А вот эта картина, это ангел, который сеет цветы, под деревом лужа, как видите, вода. Малаха бзраила верде хут иляна. Тут он название дал прозрачное одиночество. По сути, что у него дерево одно, я думаю, по сути, то, что он был всю жизнь одинок, он считал себя одиноким, наверное, он в своих картинах выражал это. Да, выражал свои чувства. И этот свет, ангел, да, это его, наверное, ангел-хранитель. Ну, или у каждого человека есть ангел-хранитель. Мадри Бахзаева ха Иляна, у Малахат Базраила Верды Худо Иляна, Мадри Умана Махзуева Кат Наша Илбношу, Харчоя Джанули Аво Иляна, Сабаб Авхашбунова Кат Ав Илбношу, у Этфале Малаха Кат Худтеклу Базраева Верды, у Этхахаюту Барунова.
Это забытая техника, тоже, да, графика, я сейчас объясню кратко. Он брал полностью бумагу, рисовал, полностью красил черным цветом, гуашем. Потом он иголку вставлял, завязывал на конец карандаша и, царапая иголкой краску, вот видите, да, царапины, он, царапая эту краску, рисовал вот так. Мякра арай мара кадбабе магубева фрише-фрише урхатет саярута маплухова уб график калама уб шира уб фрише-фрише урхате чуле липева уб маплухева. Ага, ади алухат бхзаюнах, камта би чума ранже чуле барака ваду ва чума, уманбар хада хмата ясрывала алкалама, убиде хмата зарзучува чуле аво барака, у вадева атхалуха шапире. Это любимая его картина. Это он увидел сон. Он увидел сон во сне. Лошадь лежит на тучах. Ага, луха раба магубува умана мекра Фредерик Андерах лабара хадакика у джухулму тиева хызва сама зодат луха мнаха умана ива ан хызбет кад бгзаева джухулману у джухулму хызьел суса рыха ал айва. Тут пианист, он перед, ну, это как его муса, как его вера в одном смысле. Тут еще колокол мы видим. Человек перед всем этим и создает. Он создает песню, как бы в своей одиночестве. Человек перед Богом, можно и так сказать. Или он Бог передает через человека что-то, песню или музыку там. Алдага лухах нан бгзаевах барнаша, гад или мхая мюзик, бгзаевах пиано, умадры или бношу, или зиджа, или слива дах бгзаевах, у бдага луха бил мгзе умана гад барнаша, у алага ам удална атлун ясура, у адха би урхат змарта, би урхат мюзик, бальчат барнаша, ахам зумлы мен алага, адха хазьолы, у адха пурмыйолы, ахам инди у ага луха тиелы и тута. Ага или джану умана, это его портрет, да? Это его портрет, он сам себя нарисовал, смотря в зеркале. Тут один карандаш черный, как видите. Я хочу тут отметить, вот круглая резина и кисточки. Это круглую резину, манжет, он одевал себе на пол на руки руку. Правой, которая, да, на руку, и карандаш, кисточку ставил под резину, и таким образом он рисовал. Вот три, почему три кисточки? Потому что он считал, он хотел тут отметить Святую Троицу. Видите, крест у него висит, да, как бы он верующий человек был, не снимал его крест. Ага, луха, ага, суртат бгзаевах или джану умана, джану джришуле шечлит джану, виле гашука джавнора, чилья кабнора, уваду ага луха или калама, дах бгзаевах, литен явнахина, ахчи или хвара учума, у багдалу слива, дах тмиран рабам гумнева, у ида литфале, ал иду ясыры, они галамы у биластик басиарева чули алидату у атхаплахова у каму и натла мадра или этахменту руханета кад ива рабам гумна махзуйоле лахат ли таюта баба бруна у рухат куча яни ани ива аму у ива хайрана кад. Что за диплом сейчас мы видим на экране? Это когда отец выставку сделал в Москве, международный фестиваль
был ассирийской культуры, он участвовал, и тогда ему вот поручили этот диплом. Ива дешна, хда дешна, хда диплом к Умана, к Шврикеле, хда фестиваль от Умана, к Джумдите в Москву. Еще хотела отметить, когда художник, ну, выставки, продажи делал картин, имел достаточно довольные деньги, он с этих денег всегда помогал нуждающим, детям, там инвалидам и многим людей. Мен ден зуйзет кат бекнаева мнаха умана Ашот Исаков мен забентет дени лухет кат этфале хаса мет зуйз афьявева к мескине к ятуйме чудана ахамен дивадува у марева кат или ваджибутха кат ахамен диавдвад. Арай, скажи, пожалуйста, два сына были у художника, два сына есть. Кто-нибудь из вас продолжил дело отца? Кто-нибудь из вас является художником или профессия связана с искусством? Скажу так, и я, и брат, мы с малых лет любили рисовать, но как после отца, как ушел с этой жизни в 1988 году, у нас тоже изменение в жизни пошло, мы как бы, ну, в основном мы не бросили рисовать, я до сих пор рисую, как я, так и мой брат. То есть мы любим рисовать, продолжаем рисовать. Правда, не большую часть нашу жизнь выделяем на рисунки, на художественный талант, но продолжаем. Ана ведли букара бут уманута, букаримен арай джану у ахуну, тлун ясура мен саярута мен уманута, литвуна ахамен диянла, ушуле адия ясырла мен уманута янла. Мара мен бар мотет бабан, читатал под джамот манит меня пишет муниха, у мара ахнан тервентен липовах масах одах Лухе и на шулан леле ясыра би уманута, и на лехман шуйо, и манваян весода бадева хамби. А вы не учились, да, художеством? Или учились в художественной школе? Нет, не учились. То, что видели, как отец рисовал, да, только это. Мара чумат хазивах мэн бабан. Дахи авун пляхева, дахи авун ани суриату вадева, ахнан мену липовах, ахчи айяла, джо мадрашият лена липа уманута. Ну, я в первую очередь хочу поблагодарить тебя за то, что ты с таким уважением и трепетом относишься к работам своего отца. Это великое дело. И попрошу сейчас рассказать о выставке, которая недавно была проведена в Ереване. Но прежде я переведу свой вопрос на сирийский язык. Анатон Лимен Таман Мен Мякра Арай Исаков Матуи Лейкара Кадра Ал Пельханет Бабе Хатхашен Бабе Иваджо Хаклет Уманута У Халадия Бнуну Хумьена Чулелухт Ан Пешанет Бабе У Хач мадана мкам адия, бальчит хайр хам мкам адия, джом дитут Ереван вила бедгляха, эт мнаха Ашот Исаков, Марьезана Ива Арай, у адияна тлаблимену, хакилан буддаха бедгляха, ткат Ива джом дитут Ереван. Пожалуйста. В этом году, 26 февраля, была выставка картин Исакова Шота в Доме художников в центре Еревана. Пять дней проходила выставка. Я до этого подготовил все картины заново, собрал их, обновил обложки. Как бы. В
Да, довольно хорошо прошло после, спустя 22 года, спустя столько времени. Я чувствовал себя обязан сделать выставку. И так-то довольно хорошо прошло, много предложений. Вот, и на будущее еще две предложения, чтобы снова сделать выставку. Сри Штаберхат Ашвард Вилла Юмакамая Даха Бетглаха Джо Бет Уман Бет Саяр Джо Мдитт Ереван У Хамша Юман Ива Аха Бетглаха Раба Наша Хазьона Раба Наша Мугабона У Ана Мамбар Сри Трешина Мамбар Мотет Баби Баджи Бутива Аха Манди Оден Вала Ахчи халади алева вая аха персат у мбар сри трешна аха персат вила чул лухат кат итфали ан пешан джумели у аха бедглаха тилал итуд. Фарджанан муга бетлаба вах махлайта мнохун бхшавен интернет бхравела у мякра арай спайлел бшмаян. Арай, чтобы не затягивать сегодняшнюю нашу встречу, как принято уже у нас за несколько лет, мы просим всех наших гостей, которые присутствуют с нами в наших встречах, высказать свое мнение по поводу сохранения ассирийской культуры, по поводу сохранения нас как нации, нашего языка, наших традиций. Пожалуйста, если это тебя не затруднит, тоже выскажи свое мнение. Что ты думаешь, что мы можем и что мы обязаны делать? Но прежде я переведу свой вопрос. Ана тлаблиман мякра арай, дахпиштеля адат чесланджо, дапитаги ана атурая батлаба вахманчулы, архат хурзадиян, я вихдам танута, танила гатан тахманте мамтыла тахманте бут, Лишана, набуд итутан, набуд уманутан, му ахнан масах одах кат хамах ла лишанан, хамах ла гянан ал патат арам, сабаб ахнан ивах бурбызы джу приша атравата, ивах чулан джу гялута, му одах кат ла талках. Мсэтан у ваджибутан, га умта атурета. Пожалуйста, Арай. Во-первых, еще раз я благодарю, что сегодня у нас состоялась такая встреча, разговор. Скажу следующее. Я очень люблю, уважаю свой народ, ассирийский народ. Я считаю, ассирийцы – это первые люди, первая цивилизация, которая создала культуру. Я надеюсь, что… Я переведу. Манкамета ана батлабаван мнох, авитум басима кат удю иван амохун, у атлику балтайбу тарабха мнохун, кат иван джудаха хурза диохун. Тре ана раба магубован умтади, умта атурета, у дахт бадаяна чулы умтадиян ювелтала мардута качулы дуни, ахнан ивах анкамайя. Я надеюсь, что будет один прекрасный день, когда мы, ассирийцы, снова будем на нашей земле, как государство, будем растить, воспитать своих детей на нашей земле по нашим обычаям и будем продолжать нашу культуру. Псорован, кат бетхаве хадаюма, бет ате хаюма, кат ахнан чулан атурая, бетхавах ал арад гянан, бетхавинан атрад гянан. У тама чулан мудалы бет герве сахлун ялану бнатан у бичулы канонан у раза ризет тия. Я уверен, что каждый ассириец имеет в себе часть культуры, часть истории и часть чего-то нового, которое еще у кого-то открытое, у кого-то нет. Но в будущем мы должны все поддерживать нашу культуру, наши знания, наш язык и передавать нашим детям, нашим следующим поколениям. Хамуневен кат кутха атурая этле джолебу хасама ман уманута
хасамамен мардута, хасамамен ташита, это атуратекта, у этлен хасама эт датит, у джудатит, ахнен джер авахчулан мудалы, у меплихахлун ани чулесам, ка хаметет гянан, ка хаметет умта атурета, ка хаметет мардутан улишанан. Спасибо. Последнее пожелание в нашей сегодняшней программе. Может, какие-то слова, которые мы о чем-то забыли сказать, что бы ты хотел сказать или пожелать всем, кто нас сейчас видит? Я хотел пожелать всем, чтобы в данный момент были здоровыми, держались вместе, знали друг о друге, больше знали информацию друг о друге. Желаю процветания нашему народу спустя столько лет, больше 2000 лет, как уже нет нашей страны, но мы держимся нашей культурой, нашим языком. Угу. Желаю всего хорошего. Процветания. Спасибо. Батлабовен к чулебне умти, а витун хэдзе психу саламат. Гавах чулебне мудалы. У хамахла мардутан, хамахла итутан. Умта атурета азалагама. Трел пышен зода атралитлен. Халадия ахнан ивах у пешах. У хавитун чулебдахт мэри. Хэдзе психу у саламат у чулебне мудалы. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я не хочу затягивать, чтобы не быть нудными. Как говорится, чем короче, тем слаще становится разговор. Большое спасибо за сегодняшнюю встречу. И я надеюсь, что в ближайшем будущем будут еще выставки. И будут выставки в городах, где живут ассирийцы, чтобы они могли не только по интернету, но и воочию все это увидеть и ощутить на себе. Анатон Лимон Тэмэн Мякра Арай. У хамуневен кат бетхавилан рабат пакеат. Хамуневен кат бетглях данилухат мнаха умана Ашот Исаков. Бетхавила ахчи джо дитат Ереван. У бетхави джо пришем динату отрават ичит бхайна атурая. Кат маси хазилун лаат хабюрхат интернет. Хиурхат интернет рабас пайла ина наша. Хазиле луха, аятха манкурба буш беткабель бусама уютрана. Спасибо большое. До следующих встреч. Надеюсь, что в скором времени. Авитун рабабаси мы парджанан мухабекат удю аман итун. Дахтмиран пушунджу бетфатохун. Хазимун хурзе. Хазимун би урхат интернет. Бет итке хазимун мдинат адия виурхат интернет раба мди маситун одитун кримун чтаве маворон дана амчилпатохун амьясурохун мальпун кате хаменди каблун бусама уютрана мдени юманат кат ивахчулу джубетватан хавитун раба басима хал хаджаха хита мдребет тапдах амохун адия пушун пшлама.